Дай почитать. Здравствуйте, Ксения Станиславовна Лицарева, профессор Вятского государственного университета. Заприметила я серию книг молодого автора, любовных романов Аси Лавринович, ставшей известной благодаря публикациям на онлайн-платформах Wattpad и Литнет. 10 книг уже выпущено. Название будоражит, о многом говорят. «Влюбить за 90 секунд», «Поцелуй под омелой», «Ты мое счастье», «Любовь под напряжением», «Счастье в тебе». И вот очередная зимняя история «Загадай любовь». Как известно, в новогоднюю ночь случаются чудеса. Главная героиня Наташа Зуева, 11-классница, отличница, красавица, активистка, без памяти влюблена в Антона Владимировича, учителя географии по прозвищу Золотко, производная от фамилии Золотухин. Все его обожают, кроме умного и независимого Тимура Макеева. Но как понять, настоящая ли это любовь? Способ понять, любишь ли ты. Просто представь, какой бы стала жизнь, если бы твой человек вдруг исчез. Любопытно, что даже проанализировать. В этой книге нечего. Все сказано по лекалам массовой литературы. Нагромождение всяких событий и отношений в семье и с родителями, и травля в школе, и несостоявшийся пожар, и драка в электричке с какими-то отморозками, и долгий путь по зимнему лесу, и вывихнутая нога, ставшая причиной того, что учитель Золотко понес нашу героиню на руках в медпункт. И неожиданный поворот. Оказалось, Тимур – единоутробный брат географа, и поцелуи в подъездах. В общем, чего только нет. Восторженные отклики в сети и признание про прочтение заново. Цитирую, я просто улыбалась, как сумасшедшая, смеялась и пищала от восторга и милоты. Затягивающий чтиво, невероятный русский школьный вайб и любовь. Действительно, книга Аси Лавринович захватывает. Язык близок девушкам-подросткам. Кстати, ни в героях, ни в сюжете, ни в атмосфере нет ничего раздражающего. Даже характеры главных героев описаны, а вся история соответствует любовным романам. Конечно, в моем детстве таких любовных серий не было. Вот и довольствовались мы, несчастные советские дети, Джейн Эйр, Королевой Марго, Челыкушей Птичкой Певчей и Всадником без головы. Нет, дорогие слушатели, я не брюжу и не утверждаю, что мы лучше, а нынешние подростки хуже. Нет, речь не об этом. Все же как хорошо, что в свои 12 я читала «Птичку певчую» и «Джейн Эйр». Хорошо для формирования художественного вкуса. Но кто знает, как бы мы отнеслись к историям о первой любви. Возможно, с таким же восторгом умилялись и, простите, пищали. Любовь ни времени, ни месту не подвластна, как сказал классик Жуковский. Вот и прочитайте хотя бы одну книжку Аси Лавринович в сказочную зимнюю пору. 16+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65, Ленина, 103А, Луганская, 53 и Волкова, 6А. До новых встреч! «Дай почитать».